Случилась ситуация такая, я купил 10 ватманов, А1, положил их в тубус, приехал сюда на поезде, а вытащить не могу. Вот, тянем-потянем, как в сказке про репку, вытащить не можем, они скрутил, еле-еле запихнул, они там разжались, и все, и думаю, как вот вытащить, есть у вас какие-то варианты? У нас есть один вариант, вы подумайте, а потом посмотрите наш вариант. Сейчас вот мы хотим, как придумали. Потому что тут тянешь, а тут руки скользят очень туго. Зацепиться-то не за что. Придумали такой вариант. Сделать вот такой узел. Раз. Чтобы он не это не соскакивал. Сейчас мы его скотчем, зафиксируем. Так вот. Чтобы упор был. Вожжи как на лошади. Будем тянуть. Больше нет вариантов. Только такой. Потом берем ножницы. И поставь сейчас ее. На стол, на камеру, на книгу. Нет, на Библию нигде. Не надо ли. Так. Такой вариант испробуем сейчас. Да, так мне что надо, в перчатке? Да нет, там, я думаю, тут нормально. Так, подожди, сейчас. Я посмотрю, чтобы видно было. Так вот. Все, видать. Ну давай. Держись. Раз, два. Нет, тут что-то не хватает. У меня сразу пуговица. Ты пресс не напрягайся. Подожди, подожди, давай еще один узел снизу. Так мало. Так мало уже будет, да? Потому что сладенько что-то, да, как кажется? Ну да, как-то сладенько. Как шов на это. Какие перчатки. На мотоблоке. Сладенький. Да, сегодня такой кадр пропал. Мотоблок заварил. Только выехал, сразу все отвалилось. Сволочи. Ну, поехали. Раз, два, три. Раз, два, три. Не хочет? Выдумка. Выдумка, да. Тут-то утопили. Толкать на чем-то, да? Да, на чем-то. А как я? Чем? Что-то такое надо. Круглое. Ну, говорю, держи вот так просто руками хотим. Да я ты чё, я не смогу. Даже. Пальцы, может, и сильнее. Да не, какой сильнее это. Не. Ну вот и мы не смогли. Думайте дальше. Думайте дальше. Подсказка не сработала. Да. Включай пока. Одна только пуговица сломалась. Ну вот мы с братом думаем о том, как вытащить бумагу. Кстати, да, мы решили все-таки, вот нашли чурочку. Сейчас подстрогаем чуть-чуть, чтобы она подходила по диаметру. И как поршень давлением будем ее вытягивать туда из норы. Да, и вот как раз я вспомнил одно место из Библии, сейчас вот нашел его. Экклесиаст, 10 глава, 10 стих. Тут написано, если притупится топор, если лезвие его не будет отточено, то надо одно будет напрягать силы. У нас тоже напряжение сил идет. Мудрость умеет это исправить. То есть тут надо просить мудрость, чтобы Господь дал. Плюс. А так как у человека есть разум, вот, Господь дает разумение. Как что сделать. Различные варианты. Ну так, в принципе, приобретается опыт в любом деле. Ну вот, в принципе, она хороша, сейчас должна. Так, ты сам попробуешь, да? Давай попробую сейчас. Она не идеальная, конечно, у нас круглая, но... Ну, вроде бы... Вроде пошла, родимая. Вот. Уже в два раза больше. Да. Так. Что там, кора мешается, да? Ну,
сделал маленько круглый, сейчас разрубим. И раз. Нет, надо тебе сверху, наверное. Держать сверху надо. Ты можешь перчатки одеть? Перчатка-то не так будет скользить, или будет больше скользить? Не-не, брат, надо еще давить. Ты не вытяжешь. Нет, я... Есть. О, аллилуйя. Слава тебе, Боже наш, слава тебе. Терпи еще. Все равно сил не хватит еще. Ну это надо вдвоем тогда попробовать. Паузу нажимай пока. Нет, зачем паузу нажимать? Тут пауза не нажимается. Нет, надо мне подстрогать сейчас сучки опять, Миша. Она вот до сюда дошла. Сучки надо убрать. Сучки не идут. Ну вот, а мы уже тут начали. Брат там начал ВКонтакте выкладывать у себя, чтобы кто-то подсказал. Пусть думают, пока там они приз выигрывают. Мы уже и веревку привязывали, скотч обматывали, думали, как-нибудь потянуть, ничего не получилось. А они вообще, для чего эти листы-то тебе предназначаются? Что ты будешь с ними делать? Ну, я на них не карты, а эти, делаю схемы. Зарисовываю Ветхий Завет схематично. Исход, поток, Моисей, все вот это. Мне так легче запоминается. Даты, все горы, названия городов. Все. Приз в студию. 5 буханок хлеба. Остались у тебя. Остаются в Подеряевке и никуда не уходят. Потом это мы сняли сейчас уже задним числом. Может быть, пока мы снимаем, кто-то ответил. Да, если кто-то ответит правильно, то подарок в силе. Там по датам, по срокам, конечно, мы сориентируемся. А то он награду обещал, то, да, кто ей подскажет. Назад уже выхода нет. Но если кто первый сейчас ответил там, в группе у нас, в WhatsApp, Владислав Семенов там командует, поэтому организуем, приз будет. Но только первый, в течение 20 минут даем. Так что поршень... Время пошло. Как называется? Папка-мамка работает всегда. Все, спасибо. Слава Богу. Аллилуйя. Господь милостив. Володя, теперь надо палку вытащить. Теперь надо палку вытащить.